праздником, Днем российского предпринимательства. Первый заместитель Олег Денисов вручил благодарственные письма главы предпринимателям и руководителям частных компаний, которые строят свой бизнес в Котласе, повышая тем самым комфортность проживания в нем. Это строительные, продовольственные фирмы, компании, работающие в сфере услуг. Одни стабильно развиваются на нашем рынке много лет, другие пришли недавно. Объединяет всех этих людей профессиональный подход к делу, ответственность и надежность. А потому и соответствующие формулировки в благодарственных письмах. За добросовестный труд, преданность делу, активную жизненную позицию, высокие профессиональные достижения.